Да галоўны транспартная артэрыя, якая злучае захад і ўсход Брэста кобрынскага пуцеправода, зараз скіравана асноўная ўвага брэстаўчан. У сярэдзіне верасня будаўнікі адкрылі рух па новай частцы моста і зараз ужо прыступілі да рэканструкцыі старой. На данном этапе производятся работы по демонтажу балок существующего путепровода. Будут разбираться балки, пролетные строения. И в последующем будет производиться устройство нового путепровода, аналогично левой полосе. Так само протягиваются работы по будаунисти подземного пешеходного перехода, ведется монтаж его звеньев. А кроме знаковых объектов, на кшталт Кобрынского путепровода и заходнего обыходу, дорожные будауники протягивают реконструкцию центральных улиц города. Одна из таких – бульвар космонавтов. Тут зараз идут работы по поширению проездной части от улицы Пушкинской до Орджоникидзе. Начало строительства 1 октября этого года, завершение 30 июня следующего года. Эти мероприятия предусмотрены для того, чтобы увеличить пропускную способность данного участка улицы. Улица будет уширяться на 3 метра как справа, так и слева. Сроки сжатые, потому что начало строительства у нас происходит не в весну, а в осень. То есть задача стоит перед строителями очень серьезная и большая. На объект будет выдаткована больше за 4 миллиона рублей. На этот год запланировано освоить свыше 2 миллионов. Будаунейшая работа ведет предприемство «Брэсжилбуд». В ближайший час до его долучатся дорожно-будаунейший «Трест номер 4» и предприемство «Факторстрой». Работы будут вестись большими темпами, чтобы до зимних морозов успеть открыть хотя бы эту полосу по новой проезжей части, хотя бы до Мицкевича. Но в планах у нас сегодня есть, чтобы освоить эти деньги, все-таки дойти хотя бы черновым асфальтом до улицы Орджоникидзе в этом году. На сегодняшний день будовники уже сняли старое дорожное покрытие, рыхтуются работы по улудкованию тротуарной зоны. У проекте так само перекладка сеток канализации и водопровода, предугледжвая реконструкция и новые парковки и зеленые зоны, а так само перенос припынку громадского транспорту. Уладислав Шарейко, Роман Филютич, телерадиокомпания «Брест».